We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, the chapter 11, texts 32 and 33. Мы читаем Шримад Бхагаватам, третья песнь, 11 глава, 32 и 33 стихи. Anta satasmin salila aste nanta sanahari yoganita nimi laksha stuyamano chanalalai. Can read word for word translation? Okay. Я прочитаю сейчас пословный перевод, это 32 стих. Антах внутри. Са то. Тасмин в тех. Салиле вода, водах. Асте покоится. Ананта ананты. Асана на троне. Хари Господь. Йога мистический. Нидра сон. Имила Акшага с закрытыми глазами. Стуя Манага превозносимый. Джана Алаяй обитателями планет системы Джаналоки. Translation: the Supreme Lord, the Personality of Godhead, lies down in the water on the seat of Ananta, with his eyes closed, and the inhabitants of Janaloka, of the Janaloka planets, offer unto the Lord their glorious prayers with folded hands. Перевод. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты, который раскачивается на водах Вселенского потопа. А обитатели планет системы Джаналоки, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Yeah. Now we have the commentary by A.C. Bhaktivedanta Swami. We should not understand the sleeping condition of the Lord as the same as our sleep. Here the word yoga nidra is specifically mentioned, which indicates that the Lord's sleeping condition is also a manifestation of his internal potency. Whenever the word yoga is used, it is understood to refer to that which is transcendental.
In the transcendental state, soul activities are always present, and they are glorified by prayers of great sages like Brihu. Прочитаем комментарии. Сон Господа не следует сравнивать со сном обыкновенного человека. Здесь употреблено слово «йога нидра», указывающее на то, что сон Господа является одним из проявлений его внутренней энергии. Там, где употребляется слово «йога», речь всегда идет о трансцендентных предметах. На трансцендентном уровне есть место всем видам деятельности, и такие великие мудрецы, как Бригу, прославляют эту трансцендентную деятельность в своих молитвах. Читчитая манобистам стаптам ена бутали свам апакадамиам дадати сва падантикам. Вандехам сиру сию да падкам нам сигам вайшнавам ша. Сиру пам жагджатан сакан рагнотам витам там сативам садвейтам савдутам пайчан сайтам сикрисна читая девам. Си Рада Кришна Падан Сагалита Шифшакам Витамса. Хе Кришна Каруна Синду Дина Банду Тьят Пате Каупеша Каупка Канта Рада Канта Намастате. Тапта Каншна Кауранги Ради Винда Ванешфра Вишабана Сута Деви Пранамама Хари Прие. Ванха Калпата Биша Кипа Синду Бривиша Патнам Павана Бьо Вайшна Бьо Намо Намо. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Svanti Namini Namaste Sarasvata Devi Gauravani Pacharani Нирвишеша Синьявади Паскачай Тесатани Шилапаупад Ки. So in this chapter the time is described from the smallest particle of time, the hexagon, till the life of the life of Lord Brahma, 311 trillion years. Итак, в этой главе описывается время от мельчайшей его частицы до жизни Брамы, которая составляет 312 триллионов лет, если не ошибаюсь. So in the previous verse, because also by the influence of time, in the three worlds, including this earth, it's created, maintained for some times, and then annihilated. Я в предыдущем стихе об этом немного говорила, что под влиянием времени все три мира создаются, какое-то время поддерживаются и потом уничтожаются, в том числе и наш мир также. And there are different kinds of devastations or annihilation. И существуют разные виды уничтожения. And here a partial annihilation is described. А здесь описывается частичное уничтожение. When, all the seas start to become overflow when there are big hurricanes and the winds is blowing violently. В такой момент появляются ураганы, очень сурово дует ветер, и моря переполняются. And all the planets are inundated in with water. Only on exception of the highest planetary systems, Janaloka, Maraloka, Tapaloka, Satyaloka.
И все планеты затапливаются водой, за исключением Джана Локи, Тапа Локи, Сати Локи. Да, да. There are great sages there, and they have a very long life, and normally at the end of this, at the end of Brahma's life, they go with Brahma to the spiritual world. И там обитают великие мудрецы, обладающие достаточно большой продолжительностью жизни. И, как правило, в конце жизни Брамы они вместе с ним отправляются в духовный мир. That, and all the planets, they rest on Sankarsan, who is at the bottom of the universe and sustains and all the planets. И все планеты покоятся на Санкаршане, который находится на дне Вселенной и поддерживает эти же планеты. So in the verse of today, this Ananta or this Sankarsan, that he closes his eyes and he goes in Yoga Nidra, mystic sleep. И в сегодняшнем стихе описывается, как Ананта или Санкаршана закрывает свои глаза и погружается в состояние йога-нидры, мистического сна. Шрила Прабхупада makes a point in the purport. His sleep is different from our sleep. И Шрила Прабхупада в своем комментарии отмечает, что его сон отличается от того сна, в котором находимся мы. It's yoga nidra. Wherever the word yoga is used, means transcendental, a transcendental sleep. Это йога нидра, и там, где употребляется слово йога, речь всегда идет о трансцендентных предметах. То есть это трансцендентный сон. Our sleep is a sleep in ignorance. Наш сон – это сон в невежестве. When we sleep in this so-called material existence, we have three stages of consciousness. И в так называемом материальном существовании у нас есть три состояния сознания. The first stage is Sakrati, being awake. Первое из них — это джаграти, то есть состояние бодрствования. But even in that state of being awake, we are still spiritually sleeping. Но даже в этом пробужденном состоянии, в духовном отношении, мы все еще спим. Because we are still in ignorance of our original position as a spiritual soul, transcendental to the body. Поскольку мы все еще находимся в невежестве относительно нашего изначального положения духовной души, отличной от тела. And the next stage when, well, a sleep of deeper ignorance is svapna, when we dream at night, thus passion and ignorance and madness. Следующее состояние сознания — свапна. Это смесь невежества со страстью. Это то время, когда мы спим. Безумие. But if we are fortunate in the night, we have deep sleep. Но если нам посчастливится, то ночью у нас будет также состояние глубокого сна. That is called susupti. Это называется сушупти. So if we in the dream state, svapna, we are not conscious of the gross body, only of the subtle body. То есть когда мы находимся в состоянии сознания свапна, мы не сознаем грубое тело, сознаем лишь тонкое. In deep sleep we don't have the we are not conscious of the awake state, sagrati,
We are not I mean, we are not conscious of the gross body, and we are not conscious of the subtle body either. А в глубоком состоянии сна мы не сознаем ни грубое, ни тонкое тело. But in susupti we are still conscious. Но в сушупте все-таки процесс осознавания он происходит. We are conscious of the spirit soul itself. The consciousness is withdrawn within the soul. Мы сознаем душу в таком состоянии, то есть сознание в нем перемещается в душе или в душ. That because when we get up in the morning and we had good deep sleep, we feel, oh, I had a good sleep. Поскольку в таком состоянии, в состоянии глубокого сна, после пробуждения, мы хорошо себя чувствуем, говорим, о, я выспался. But then in susupti we are really connected with ourselves. И вот в этом состоянии сушупти мы находимся в связи с самими собой, то есть есть связь между с нами. So the consciousness is withdrawn and concentrated only in the self without awareness of the self of the gross body. То есть в этом состоянии сознание сосредотачивается на себе, то есть на душе, и не сосредотачивается на грубом или тонком теле. That, but still we are covered by the ignorance, the gross and subtle body. This covering is still over it, but the consciousness is withdrawn in susupti in the soul. Но при этом все же вот эти покрытия невежества грубого тонкого тела не существуют. Просто сознание находится в другом месте, оно ближе к душе. It is like Brahman realization. Это подобно осознанию Брахмана. But we don't experience the bliss of Brahman. Но при этом мы не испытываем блаженства. Because we are still covered by this subtle gross body. Поскольку все еще мы покрыты грубым и тонким телом. Now, if we become Krishna conscious, а вот если мы становимся сознающими Кришну, and we become pure in heart, и наше сердце очищается, then this, all these subtle coverings and these gross coverings will not influence us. Все эти тонкие и грубые покрытия не будут влиять на нас. And even and in deep sleep, we the consciousness will be withdrawn in ourselves, but we will be in contact with the super soul. И даже в состоянии глубокого сна наше сознание будет ближе к нам самим, то есть к душе, но мы также будем находиться в контакте со сверхдушой. That, yeah, because why is it so important to understand this? И почему же так важно понять эти вещи? Our teaching is we are not this body, we are a spirit soul. Наше учение гласит, что мы не являемся этим телом, мы духовная душа. If we realize that, then there is no fear. И если мы осознаем это, то больше нету места страху. Fear comes because we think we are going to die. Страх возникает от мысли о том, что нам придется умереть. But our consciousness is eternal. We cannot die. It's not possible. We are just changing bodies. Но наше сознание вечно. Мы не можем умереть. Это невозможно. Мы просто меняем тела. So, the idea is because our philosophy is we are Satchit Ananda, we are eternal, full of bliss, and full of knowledge in our original state.
Итак, идея заключается в том, что в соответствии с нашей философией мы являемся сат-чит ананда, то есть мы исполнены вечности, знания и блаженства в нашем изначальном состоянии. Да, да. So this means that we are originally also transcendental in consciousness. И это означает, что в изначальном состоянии наше сознание трансцендентно. That, so if we really think we are this body, then our consciousness will be reduced at the time of death. Excuse me, what does it mean reduced in this context? Reduced. Reduced means we are expecting at the time of death for the conditioned soul, who think that they are the body, they are expecting that everything will be finished at the time of death. Okay. И подразумевается, что если мы находимся в обусловленном состоянии, то в конце нашей жизни, в момент смерти, совсем будет покончено. Professor Potofsky, I think, in Moscow said to Prabhupada, Swamiji, at the time of death, everything is finished. Мне кажется, профессор Котовский в Москве, когда беседовал со Шрилой Прабхупадой, он сказал ему: «Свамиджи, мне кажется, что в момент смерти всему придет конец». If we are really convinced that we are the body and everything is finished, если мы действительно убеждены в том, что являемся телом и всему придет конец, then Lord Krishna within the heart reciprocates with us. То Господь Кришна, находящийся в нашем сердце, Он ответит на это. And at the time of death, your consciousness will be reduced to really nothing. И в момент смерти наше сознание, оно сожмется до состояния незначительного состояния, скажем так. But the devotee, he tries to expand his consciousness to the transcendental position during his life. А преданный, он наоборот, пытается расширить свое сознание и поднять его на трансцендентный уровень на протяжении своей жизни. Therefore, his consciousness cannot be reduced at the time of death. It just continues to be conscious if one is a pure devotee. Да, и поэтому сознание такого человека в момент смерти, оно не сжимается, поскольку он на протяжении жизни занимался преданным служением. Like we have Bharat Maharaj, who became a deer. He got the body of a deer. Есть этот пример Бхараты Махараджа, который получил тело оленя. But his consciousness was not reduced because he attained nearly bhava. He was beyond liberation. He remembered his previous lives and he retained his higher consciousness. He did not get the consciousness of a deer. He got only the body of a deer. Но поскольку он находился на высоком уровне, на уровне бхавы, его сознание не превратилось в сознание оленя. Он лишь получил тело оленя. That, so it means that beyond this susupti is the sturiam, this transcendental state. Okay. Это означает, что за пределами состояния сушупти, выше этого состояния, находится турия, это трансцендентное состояние. And susupti is close to this turiya, this transcendental state. И сушупти близко к этому состоянию, состоянию турии. So what is the difference? А в чем же тогда разница между ними? If we go from one body to the next, then it's like being in susupti. It's like deep sleep for 8-9 months. And we wake up in another body. We become conscious of the next body.
But we are always conscious of ourselves, even in that period. Okay. Когда тело перемещается, точнее, когда душа перемещается с одного тела в другое, сознание вместе с ней, то вот этот вот период подобен пребыванию в состоянии сушупти, то есть 8-9 месяцев вы находитесь в таком состоянии. А потом получаете новое тело, но все же в этом состоянии вы сознаете себя. Because consciousness cannot be killed, cannot be stopped. Потому что деятельность сознания невозможно остановить, и сознание невозможно убить. That, and if we become conscious of Krishna at the time of death, then yes, we remain in that Turiya state. We don't go back to that susupti, which is a state between two bodies. И если мы становимся осознающими Кришну, то вот в этот момент перехода мы будем находиться в состоянии Турии, то есть мы не будем попадать в состояние сушупти на протяжении того срока, когда меняется тело. So this Turiya state is our original state of pure consciousness or Krishna consciousness. И Турия — это наше изначальное состояние сознания, состояние чистого сознания или сознание Кришны. Because we are Satchidananda like Krishna, we are one in quality with Krishna on that level. Поскольку мы Сатчитананда, и в этом отношении мы качественно не отличны от Кришны. But whether we are on the transcendental states or the conditioned state, we are still controlled by Krishna, either by his material energy or his spiritual energy. Ну, на самом деле, неважно, мы находимся в обусловленном состоянии или мы находимся на трансцендентном уровне, в любом случае мы под контролем энергии Кришны, либо материальной энергии, либо духовной. So, but we get our full freedom back when we come under the transcendental energy of Krishna, the yoga maya, the transcendental energy, the internal potency. Но когда мы попадаем под воздействие внутренней энергии Кришны, йога майи, то мы обретаем нашу свободу, полную свободу. Lord Krishna is different in this sense that he is always under his own transcendental potency. Но Господь Кришна в этом смысле отличается от нас. Он всегда находится под воздействием своей трансцендентной энергии, духовной энергии. He explains that in 4.6 of Bhagavad Gita. И это объясняется в Бхагавад Гите 4.6. Айописан афьяятма бутанам ишфаропишан пракритим самадистая самбаванатма майя. Krishna says, I'm unborn and my transcendental body never deteriorates. Кришна говорит здесь, что он нерожденный, его трансцендентное тело нетленно. By my eternal energy, I appear in every millennium in my original transcendental form. И с помощью силы своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. There you have Atma Maya by my eternal energy. Так, здесь у нас есть слово Atma Maya с помощью или посредством своей внутренней энергии. So Krishna is always under this Atma Maya, this internal energy. Так Кришна все время находится под воздействием именно этой энергии, внутренней энергии. It's mentioned in the Svetasvata Upanishad 6.8. Об этом говорится в Шветашватара Упанишад 6.8. Парасья сактер. Vividai vasuchate
Svabhavikayana Balakriyacha. The Supreme Lord has multi potencies, many energies. Верховный Господь обладает множеством энергий. So and everything this multipotencies act wonderfully. И все эти энергии действуют чудесным образом. They are everything what is desired by the Supreme Lord. These multipotencies, they are executing. И все, чего бы Господь не пожелал, если у него есть какое-то желание, то эти энергии осуществляют его. So, there are multipotencies means also its eternal energy as multipotencies. Это означает, что его внутренняя энергия также делится на множество других. We have the all these potencies, these spiritual potencies, they are factually represented by Srimati Radharani. И представляет все эти виды духовных энергий фактически Шримати Радхарани. Шримати Радхарани personally personally controls the Ladini Shakti, the spiritual potency that gives pleasure to Krishna. И лично Шримати Радхарани, ей подконтрольна энергия хладини, то есть энергия духовного наслаждения. But you have also the Lila Shakti. These are the potencies that facilitate spiritual potencies, energies facilitating Krishna's Lila. Ну, также существует Лила Шакти, то есть это те энергии, которые организуют и поддерживают Лилы Кришны. In this chapter we hear about one energy which is very prominent in this material world, which is called time. И в этой главе мы слышали об одной из энергий, которые очень важны, особенно в материальном мире. Эта энергия — это время. That time has its influence in this world and makes everything go to six changes. Итак, время обладает большим влиянием в этом мире, и под воздействием времени все здесь проходит через шесть этапов изменения. The ensouled matter, which means matter with a soul inside, goes to six changes, taking birth, growing for some time, maintained for some time, getting byproducts, children, then dwindling and dying. Итак, одухотворенная материя, то есть материя, внутри которой находится душа, проходит через эти шесть этапов. То есть она рождается, какое-то время существует, развивается, создает какие-то побочные продукты, затем увядает и погибает. But in even matter without a soul inside goes to three changes: creation, maintenance and annihilation. Но даже не одухотворенная материя, то есть материя, внутри которой души нету, проходит через три этапа. Три жизненных этапа, то есть создание, поддержание и уничтожение. But in the spiritual world, time has no influence. Но в духовном мире время не имеет влияния. That, time in the spiritual world has no influence, but time becomes a servant of Krishna in the spiritual world.
Итак, в духовном мире время не влияет ни на что, но становится слугой Кришны. When the gopis at the rasa dance with Krishna, когда гопи танцуют танец раса с Кришной, because they wanted to dance with Krishna for a long time, из-за того, что они хотят танцевать с Кришной как можно дольше, by the influence of Lila Sakti, the time expanded into a night of Brahma. Под влиянием Лила Шакти время расширяется до состояния или размеров ночи Брама. So time was serving Krishna's pastimes. То есть таким образом время служит играм Кришны. This is Yoga Maya. Это йога Майя. Лила Шакти. But this Yoga Maya also on Mother Yasoda, we know when Krishna came back from playing with the coward boys, then some coward boys says, yeah, Krishna has eaten dirt. Мы также знаем, что Йога Майя влияет на маму Яшоду. Вот в этой истории, когда Кришна играл с пастушками и вернулся домой, и один из пастушков сказал, что Кришна кушал землю. And yes. And Krishna said, no, they are saying that because they have lost the game today. Но Кришна сказал, нет, они так говорят, потому что сегодня они проиграли. That, but then Mother Yasoda said, open your mouth, I want to see whether or not you have eaten dirt. Но мама Яшода все же просит Кришну открыть рот, чтобы убедиться, кушал он землю или нет. So Krishna opened his mouth. И Кришна открывает свой рот. And Mother Yasoda, by the influence of Yoga Maya, she saw all the material universe in Krishna's mouth. И под влиянием Йога Майи, мама Яшода во рту Кришны видит все материальные вселенные. And she was thinking, oh, what's happening today? I have a bad day. This is a bad day. И мама Яшода при этом думает, что происходит? Наверное, какой-то день нехороший, не заладился день. And for a moment she was thinking, maybe my son is God, and she started to come. In our reference. И на мгновение такая мысль прокрадается в голову мамы Яшоды, что мой сын, наверное, Бог, и ее настроение меняется на почтительное. But Krishna did not like it. Immediately we've covered our consciousness with Yoga Maya, the spiritual energy, and immediately she was thinking, oh, I must have a bad day. All these illusions. Но Кришне такое настроение мамы не нравится, и он покрывает ее йога май. Она тут же забывает об этом и думает, наверное, просто день такой, плохой день, не заладился. And she embraced her son. То есть ей кажется, что ей это все привиделось, и она снова обнимает своего сына. So that is Yoga Maya, which facilitates Krishna's pastimes. И такова Йога Майя, то есть она способствует тому, чтобы игры Кришны разворачивались. So the Yoga Maya of Ananta Shays is not like us, like our sleep. Но сон Ананта Шеши, например, он не похож на тот сон, в котором мы находимся. No, he remains fully conscious. Во сне он полностью сознает все. This mystic sleep, this yoga nidra is much different than our svapna or susupti.
И вот этот мистический сон, йога нидра, он очень сильно отличается от нашего сна, неважно, это свапна или сушупти. It's not covered by layers of ignorance. То есть его не покрывают невежество при этом. That matter has no influence on the Supreme Personality of God. То есть материя не влияет на Верховную Личность Бога. It has energies, and they are always under his control. Это все его энергии, и они все время находятся под его контролем. So, to understand what is yoga nidra specifically is, that is inconceivable, but it is sthira, transcendental, beyond our perception. То есть трудно понять, что из себя представляет вот это состояние йога-нидра. По сути, это непостижимо, но относится к категории турия, то есть оно трансцендентно. Yeah, you want me also to discuss the next verse. That's verse 33, right? And we will read this verse now. Я так понимаю, что следующий текст мы тоже должны обсудить, поэтому я его сейчас зачитаю. Это 33 стих. This verse is also about the perception of time of the living entities. Этот стих также говорит о том, как живые существа воспринимают время. Evam vider arora trai kala gatyo palakshitai apakshitam ivasyapi paramayo vayo satam. You can read the word for word translation. Я прочитаю пословный перевод. Evam таким образом. Vidhai в процессе. Ага. Дни. Ратрай ночи. Кала гатья ход времени. Упалакшитайги по этим признакам. Апакшитам убывает. Ива словно. Асья его. Апи хотя. Парамаю продолжительность жизни. Вая лет. Шатам сто. Does the purpose of exhaustion of the duration of life exist for every one of the living entities, including Lord Brahma? One's life endures for only 100 years in terms of the times in different planets. Таким образом, жизнь каждого существа, в том числе и Господа Брамы, неумолимо приближается к концу. Каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Thank you. Purport. Every living being lives for 100 years in terms of the times in different planets for different entities. These 100 years of life are not equal in every case. The longest duration of 100 years belongs to Brahma, but although the life of Brahma is very long, it expires in the course of time. Brahma is also afraid of his death, and thus he performs devotional service to the Lord just to release himself from the clutches of illusory energy. Animals, of course, have no sense of responsibility, but even humans who have developed a sense of responsibility while away their valuable time without engaging in devotional service to the Lord. They live merrily, unafraid of impending death. This is the madness of human society. The madman has no responsibility in life.
Similarly, a human being who does not develop a sense of responsibility before he dies is no better than a madman who tries to enjoy material life very happily without concern for the future. It is necessary that every human being be responsible in preparing himself for the next life, even if he has a duration of life like that of Brahma, the greatest living creature within the universe. Комментарий. Каждое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на его планете. Продолжительность этих 100 лет может быть разной. Самым долгим является век Брамы. Но хотя Брама и живет так невероятно долго, его жизнь тоже рано или поздно подходит к концу. Брама, как и все остальные, боится смерти и потому занимается преданным служением Господу, чтобы вырваться из когтей иллюзорной энергии. Животным, разумеется, неведомо чувство ответственности, но даже наделенные им люди попросту теряют свое драгоценное время и не занимаются преданным служением Господу. Они живут беззаботно, не испытывая страха перед надвигающейся смертью. В этом проявляется безумие людей. Сумасшедшие не чувствуют ответственности за свою жизнь. Подобно этому, человек, который в течение жизни не развивает в себе чувство ответственности, ничем не лучше сумасшедшего, пытающегося беззаботно наслаждаться материальной жизнью, не думая о будущем. Каждый человек должен со всей ответственностью готовить себя к следующей жизни, даже если его век так же долог, как век Брамы, самого великого живого существа во Вселенной. So, there are different perceptions of time on the different planetary systems. Итак, на разных планетных системах восприятие времени отличается. So, yes, we have heard in this chapter about the time in the spiritual world, the time in the higher planetary systems compared to the time on this earthly planet. В этой главе говорилось о времени на высших планетных системах и также говорилось об его отличии от шкалы времени, которая действует здесь. So, So, 1 year for us is a demigod's day and night. Здесь говорилось, что то, что для нас один год, для полубогов лишь день и ночь. For Brahma's 100 years for us is 311 trillion years. И 100 лет Брамы для нас это 312 триллионов лет. And for Lord Vishnu it's half a second. А для Господа Вишну это полсекунды. Because Mahavishnu, for him the creation is an exhalation. And annihilation of all the universe is one inhalation. Ну, поскольку для Махавишну сотворение всех материальных вселенных это всего лишь выдох, а их уничтожение это вдох. So one person pray to Lord Vishnu. Один человек он молился Господу Вишну. And said to Lord Vishnu, I heard $1 for you is $1 for you is trillions and trillions of dollars for us. И в своей молитве он сказал Господу, я слышу, что $1 для тебя, для нас это как триллионы долларов. And Vishnu said, yes, my son.
Вишну сказал ему: «Да, сын мой». And then he said, I heard that for you one second are trillions and trillions and trillions of second or trillions of years for us. И затем этот человек сказал: я также слышу, что то, что для нас является триллионами, триллионами лет, для тебя это всего лишь секунда. And Mahavishnu said, yes, my son. И Махавишну ответил: да, сын мой. And then the person prayed to Lord Vishnu, please give me a dollar. И затем эта личность в молитве попросила Вишну: дай мне, пожалуйста, один доллар. And Lord Vishnu replied, just wait a second. Господь Вишну ответил: да, хорошо, подожди секундочку. Anyway, it's a joke. But yes, this shows a different perception of time. Так или иначе, это шутка, но она иллюстрирует разное восприятие времени. But for Brahma and for us, it's like 100 years. It's time goes much quicker than ours. Но 100 лет для нас и для Брамы очень сильно отличаются. So he experienced it also like 100 years, like we are experiencing 100 years. Для нас существуют наши 100 лет, мы их испытываем, то есть ощущаем как 100 лет. Srila Prabhupada said, yeah, there are many, in the night, many flies that are born, and in the night, they are living their lives, they are reproducing, and they are dying before the morning. They never see the day. That's their life. Шрила Прабхупада приводит пример. Есть такие насекомые, которые живут всего лишь одну ночь. То есть на протяжении ночи они рождают какое-то потомство, но так и не встречают рассвет. Они его не видят. Yeah. Yeah, there is. So there is this great sage. I've got his name, Maharishi, and something. Lola Rishi, I forgot his name. But he got a blessing from Brahma that he would live as many days of Brahma that there would be hairs on his body. Есть один великий мудрец, я забыл, как его зовут, Махариши, или не помню точно. Так вот, этот мудрец получил благословение, что он будет жить столько дней Брамы, сколько волос на его теле. He had a lot of hair on his body. А волос на его теле было много. And when he was at the Ganga, chanting the holy names of Krishna. И вот когда он был на Ганге и повторял святые имена Кришны, and his disciples wanted to build a hut for him so that he could chant outside of the sun. И нашлись люди, которые захотели построить для него хижину, чтобы он мог воспевать, укрываясь от солнца. So they wanted that he got some shade and for chanting and peacefully. То есть они хотели, чтобы он мирно повторял где-то в тени. But he just asked his disciples, don't waste your time with that. I'm here only for a moment. А это были его ученики. Но он отчитал их за это и сказал: не занимайтесь этим, я здесь всего на мгновение. So that is the realization that we need, that time passes quickly and death will come soon, whether on the heavenly planets or whatever position.
И это то, что мы должны осознать, что время очень скоротечно, и вскоре придет смерть. Неважно, где мы находимся, на райских планетах или здесь. So it's this is important for us to cultivate detachment from the world. Поэтому так важно для нас культивировать отречение от материального мира. And understand what's valuable. И понять, что обладает истинной ценностью. A worshipper of Lord Shiva, he got a benediction, he prayed for the highest benediction from Lord Shiva. Однажды тот, кто поклонялся Господу Шиве, попросил у него наивысшего благословения. And Lord Shiva told him, go to Sanatan Goswami, he will give you the highest benediction. Господь Шива сказал, отправляйся к Санатане Госвами, и он даст тебе такое благословение. He went to Sanatan Goswami and told him what Lord Shiva told him, that he should go to him for the for receiving the highest benediction. Так этот человек отправился к Санатане Госвами и сказал, что его к нему направил Господь Шива, и он хотел бы получить наивысшее благословение. And Sanatan Goswami, he said, wait a minute, and he went to the garbage pile and he got a touchstone and gave this touchstone to the man. A touchstone is a magical stone. If you touch any iron, it becomes gold. It turns into gold. И Санатана Госвами, он попросил подождать минутку, отправился к куче мусора, взял там философский камень и вернулся, отдал его человеку. Философский камень — это волшебный магический камень, от прикосновения которого железо превращается в золото. So the man was very happy. Поэтому человек этот очень обрадовался. If I was thinking, no, I can touch iron and I get so much gold, I will get everything I desire. Он подумал, теперь, когда у меня есть такой камень, я могу касаться им железа и получу большое количество золота и обрету все, чего я желал. But then he was thinking, is that really the highest benediction that Sanatana Goswami would give me, because he kept this touchstone at the garbage pile. А потом он задумался, это что, наивысшее благословение, которое может даровать Санатана Госвами? Он ведь держал или хранил этот камень в куче мусора. So he went back to Sanatana Goswami. Поэтому он отправился назад к Санатане Госвами. And asked him, why did you keep this with the garbage? Is that really the highest benediction? И он спросил его, почему ты держал этот камень в куче мусора? Это что, действительно наивысшее благословение? And Sanatana Goswami said that, no, it's actually not the highest benediction. Санатана Госвами ответил, в действительности нет, это не является наивысшим благословением. But do you want to receive the highest benediction? Ну, хотел бы ты получить вот такое высшее благословение? And the man said, yes, I want to get the highest benediction. Этот человек сказал, да, я хотел бы получить наивысшее благословение. He said, then first you go to the Yamuna and throw the stone into the Yamuna. Ну, Санатана Госвами сказал, тогда отправляйся к Ямуне и выброси этот камень в реку. And he did that, and he came back to Sanatana Goswami. Этот человек так и сделал, и затем вернулся к Санатане Госвами. And Sanatana Goswami gave him initiation in the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
И Санатана Госвами посвятил его воспеванию Хари Кришна Махамантры. Да, да. So that is the lesson we have to learn. This material world, short or long time staying here, it's still dukkhalayam asasvatam, full of misery and temporary. Вот такой урок мы должны извлечь. Остаемся ли мы в этом мире ненадолго, или у нас будет долгая жизнь, неважно, потому что этот мир дукхалаем ашашватам, то есть он временный и исполненный страданий. Therefore we need to give up our attachment to this world and take shelter of Krishna, understand the urgency. Поэтому мы должны понять важность и вот остроту этого вопроса, то есть это нужно делать срочно, развить непривязанность к материальному миру и культивировать привязанность к Кришне. Of course, if we become attached to Krishna, then become attached for matter. Ну, конечно же, если мы привязываемся к Кришне, то мы становимся непривязанными к материи. So the priority in our lives would be should be to become attached to Krishna day by day. Поэтому приоритетом нашей жизни должна стать привязанность к Кришне, которую мы должны развивать день за днем, каждый день. And become like Brahma, taking shelter of the Supreme Lord, knowing that this temporary life will soon, everything will be finished on the temporary, on this temporary material platform. И в этом отношении мы должны стать подобными Браме и понимать, что все, что находится на материальном уровне, в этом материальном творении, будет рано или поздно уничтожено. The primary goal in our life should be to live always in a relationship with Krishna. Так основной целью нашей жизни должна стать жизнь в отношениях с Кришной. And act only in this world out of duty for the pleasure of Krishna. И действовать мы должны из чувства долга для удовлетворения Кришны. Thank you very much. Any questions, please? Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Хари Кришна. Преданные, есть у кого-то вопросы? Тогда я задам, если можно. Читари Прабху was asking if anyone has a question, so if no one have a question, then he will ask. В предыдущей главе третьей песни, 14 стихе, то есть 3.10.14, описаны три причины разрушения мира. Я их зачитаю. Первое – это уничтожение всей Вселенной, которое происходит по истечении срока ее существования. Второе – это разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты. И третье – это разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности. Вам можно можете переводить? Да, я сейчас перевожу. So in the previous chapter, the 10th chapter, in the verse 14, there were three reasons of annihilation described. And Chitta Hari Prabhu read the three reasons. The first one is due to the scheduled time of the annihilation of the entire universe. The second one is due to a fire which emanates from the mouth of Ananta. And the third one is due to one's qualitative actions and reactions. So three of them. Спасибо. И вот
судя из перечисленных причин, получается, что первые две причины разрушения мира, они как бы плановые, можно так сказать. То есть они действуют в определенное время, известные заранее, обозначенные в плане развития Вселенной. Но третье разрушение – это кармическое, насколько я понимаю. То есть это крушение мира, которое происходит вследствие вот совокупной деятельности всего общества, да, то есть живых существ, которые создают коллективную карму. And as far as I understand, that the first two reasons, the first one and the second one, they are a cure according to the plan of the world's devastation. So they are planned. There is a plan. And but the third one is the result of accumulative karma of the people of those who live in material world. Which it's the 3, 10, 14. It's in the purport, the three reasons in the end. И вот получается, что эту третью причину, ну, есть предсказание, как все будет происходить, там, да. И сейчас много разных, знаете, таких говорящих голов, которые там пытаются предсказать, что когда будет. Похоже, что сейчас происходит вот эта третья причина в этом, во всем мире, насколько я понимаю. И час кармических катастроф, они предсказаны, но другие их невозможно предсказать вообще. Потому что только самые какие-то глобальные, масштабные катастрофы, они предсказываются в Кали-Югу. Но существует много кармических реакций, и оно происходит настолько все стихийно, что для того, чтобы все предсказать, наверное, надо было написать бы сотни томов книг. Вот. Но что для нас вот, важно в этой ситуации, которая вот сейчас происходит во всем мире? Как нам вот сохранять спокойствие самим, да, вот в этой ситуации и не идти на поводу всех этих предсказаний, так называемых, да, вот, не увлекаться ими, что будет и как будет, а просто делать свое дело как преданных, свою как бы задачу исполнять как преданных. Вот как Махарадж бы вот это прокомментировал, свою мысль. So, as far as I understand, well, nowadays we have many predictions of catastrophes, of cataclysms, and we see what is happening in the world, and there are many people, like, they're like talking heads, they're talking about these catastrophes, the cataclysms, and the changes in the world, and but some of them are not predicted. They are not in the scriptures. And the main question is how to remain a peaceful state of mind and do not follow these people or the talking heads that are making their predictions, and just to perform our practice, the devotional service, and keep calm in the ocean of this calamities, catastrophes, and cataclysms that are appearing now before us. We know from astrology that especially when Saturn is in Aquarius now, and before Sagittarius, and between, yeah, these two houses owned by Saturn, every 17 and a half years they come back, and we see. It's like
we see that every time when it happens, there is some wars in the world. So even this last one, this due the due to one's qualitative actions and reactions that comes in waves in cycles in the world. But yes, it has to come, and how to become, how to be peaceful in that situation. That maybe you can not translate this already. Yeah. Excuse me, she said Saturn now is in Aquarius? In Aquarius, yeah. It's Aquarius. Before it was the... In Sagittarius? No, it's not Sagittarius. Between, it's Kumbha in Sanskrit. Kumbha, Capricorn. Oh, okay. When it's in Capricorn and Aquarius, it gives always troubles, and that occurs every 17 and a half years. Okay. Ну, Махарадж говорит, что благодаря знаниям астрологии нам известно, что когда Сатурн попадает в свои знаки, он был до этого в Козероге, простите, и сейчас перешел в Водолей, неизбежно вот в эти периоды возникают войны. В эти периоды возникают войны, и вот с этой точки зрения даже третья причина, которую вы зачитали, разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности, они до какой-то степени предсказуемы, и они имеют циклическую природу, то есть они проявляются и потом исчезают. Вот в случае с Сатурном этот период длится 17,5 лет, точнее, это происходит каждые 17,5 лет. Especially during this five-year period, always so many things happens also outside, but especially during this period, and that has to happen. People need to get their reactions. И то, что происходило за последние 5 лет, и то, что будет еще происходить вот в течение этого периода, все это должно было произойти. То есть люди должны получить реакции за последствия своих действий. If you, during this period we are merging our consciousness instead of fixing it on Krishna, we fix it on the news and all these problems, and we become absorbed in it, we will suffer like anything. И если в этот период, вот в этот непростой период, мы будем вместо того, чтобы погружать свое сознание, свой ум в Кришну, в темы, связанные с Кришной, погружать их в новости и в то, что происходит, то страдания для нас будут неизбежными. Мы будем страдать, как и все остальные. But if instead we fix our consciousness of Krishna and fix it on our devotional service and try our best to serve Krishna and don't absorb too much in these things, then we will easily be overcome it. Krishna will protect us. Но если мы максимально постараемся сосредоточить наше сознание на Кришне, погрузить его туда и на преданном служении, вместо того, чтобы погружаться в другие темы, то Кришна тогда даст нам свою защиту. Krishna protects our consciousness. Кришна защитит наше сознание. The body must go. Телу неизбежно придется умереть. We cannot save the body. Его нам сохранить не удастся. That's not possible. But therefore we should not worry too much about these things.
it's affecting our consciousness, and it takes our ability away to serve 100% Krishna, to focus our consciousness on Krishna. Да, то есть невозможно будет сохранить это тело, и если мы действуем противоположным образом, то есть погружаемся во все эти новости, в эти события, то это влияет на наше сознание, и мы будем не способны служить Кришне на 100%. Это будет невозможно. Mostly these periods are the best period to make advancement in Krishna consciousness. Ну и в большинстве случаев вот такие периоды как раз являются самой лучшей почвой для того, чтобы развивать свое сознание Кришны. Because naturally we become more attached to the environment and everything what happens, because we know every moment can be finished everything. Потому что в такие периоды, как естественным образом, может проявиться непривязанность к материальным вещам, которые нас окружают, поскольку мы прекрасно понимаем, что в любое мгновение всему может прийти конец. Yeah, but the leaders of this world who are engrossed in material consciousness, they will never learn. Лидеры этого мира, у них слишком грубое сознание, и они никогда не научатся чему-то. Prabhupada said, yes, they are absorbed in so many things of this world, but they are not concerned about their future life, what they are going to become. They are attached to the power in this life, and next life they become a dog. They don't know. That's unfortunate. И еще Прабхупада говорил об этом, что эти лидеры настолько поглощены вещами этого материального мира и настолько привязаны к власти, что их не волнует, кем они станут в следующей жизни. А в следующей жизни они могут стать собаками. Вот такова реальность, к сожалению. That's what Prabhupada said. Это то, что говорил Прабхупада. Hare Krishna. Does that help? Это было полезно, помогло как-то? Спасибо, спасибо, Божеский. Thank you so much, Your Holiness. Okay, thank you so much. And I'm looking forward to see you all next week. It will be a lecture for all the siding. Thank you. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Хорошо, спасибо большое. Прабхупада Махарадж ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Дамодар Говинда Прабху. Thank you so much, Maharaj.